Международная комиссия по регулированию неправительственных споров ICSNGD была основана в 2005 году ведущими юристами-международниками из нескольких стран с целью продвижения международных институтов правосудия, реформы и разработки альтернативного способа разрешения споров. Реализация этой программы означает создание международных арбитражных судов, свободных от экономического и политического давления, политики двойных стандартов и противостояния социальным системам. Наличие этого правового института способствует благоприятному инвестиционному климату, росту торговли и промышленного производства. Кроме того, важнейшим направлением деятельности ICSNGD является миротворческая деятельность. Эта работа ведется в зонах боевых конфликтов и направлена на примирение враждующих сторон. Кроме того, наша деятельность направлена на противодействие нарушений прав человека в любых их проявлениях. В зонах вооруженных конфликтов мы ведем работу по запрещению пыток и жестокого обращения с пленными, освобождению заложников, обмену пленными и многое другое. С самого начала вооруженного конфликта между Украиной и Россией нами проводится большая практическая работа. С февраля 2022 года по настоящее время нами организовано 20 гуманитарных конвоев в Украину. Нашими представителями постоянно оказывается реальная помощь на территории Украины по эвакуации гражданского населения из зоны военных действий в страны Западной Европы, США, Канаду. Реальная помощь оказывается для детских домов в Украине. В настоящее время нами проводится согласование на региональном уровне о вводе миротворческого контингента ICSNGD в районы вооруженного противостояния Украины и России. Ведется укомплектование миротворческих сил ICNGD одеждой и амуницией. Вся эта работа проводится нами за счет собственных средств